Всем огромный привет. Костя попал на связь. Сегодня я начинаю рубрику от нуба до про. Не знаю, сколько получится серий, но мы будем качать с нулевого аккаунта до топового аккаунта, который у меня как основной. И в конце, как мы проведем все серии, докачаемся до такого левела, как минимум 45 пчел, мы разыграем этот аккаунт. За первое место человек, точнее подписчик, получит 1500 робуксов, также этот аккаунт. С второго места человек получает 1000 робуксов. На третьем месте человек получит 500 робуксов. И с четвертого по десятое место человек, точнее уже люди, получат 100 робуксов. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на канал, лайкать каждую серию от нуба до про и комментировать каждую серию от нуба до про. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Костик, и сегодня у нас выходит новая топовая серия от нуба до про, то есть уже 54-я серия, так что перед началом этого ролика ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новые мощнейшие ролики, так что обязательно подпишись с колокольчик. И также, кто опишет в комментариях, что мы сделали в прошлой серии, того я добавлю в друзья на этом аккаунте. Этот аккаунт, кстати, мы скоро разыграем, точнее я разыграю среди своих подписчиков. Как вы знаете, у нас дисклеймер стоит в начале, то есть, что этот аккаунт будет скоро разыгран. И также добавлю тебя в друзья, кто опишет, что мы сделали в прошлой серии, добавлю в друзья на основной аккаунт, то есть на этот аккаунт, друзья, и также на основной аккаунт, друзья. Ссылка на мой основной аккаунт, ссылочка в описании видосика, в принципе. В общем, сразу, ребят, полетели, короче, к ролику. Как видите, я накопил 53 миллиарда, вот, и буду делать сегодня жесткие вещи. Так что, хотел сразу сказать, да, хочу за этот ролик получить 190 лайков. Как только мы набираем на этом ролике 190 лайков, я сразу же выпускаю новую серию. И не забывайте то, что, ребят, я каждому благодарен, кто ставит лайки, потому что вы мне реально поднимаете очень сильно настроение. Я вам делаю видосики, вы мне ставите лайки, подписывайтесь, и все будет четненько. Так что не забываем. В общем, как видите, у меня 53 миллиарда. Да, еще у меня тут всякие квесты есть, ну, вы знаете, я не люблю их выполнять, я чаще всего фармлюсь. Только что, ребят, кстати, я фармился, ну, наверное, фармился часа 2, где-то в АФК стоял. Сейчас я хочу посмотреть, сколько я нафармил на Сунфлавере. Так, Сунфлавер, Сунфлавер. Ищем Сунфлавер, а, вот, мне не хватает еще 1, если, короче, около 1,7 миллиарда мне не хватает, то есть и миллиард, и 700 миллионов, то есть, как-то так. Ну, в принципе, это будет несложно нафармить, то есть, и нафармлю позже, да. Давайте сейчас мы рематч пройдем, может, что-нибудь выбьем из него, кстати, наверное, ничего не выбьем, выбили, выбили, это хорошо, и тут ничего не выбили. Ну, то, что мы уже выбили 25 реле, это, конечно, наверное, круто, я не знаю на самом-то деле. В общем, погнали сюда еще, ребят, блин. Надеюсь, что реально за этот ролик поставим 190 лайков, потому что реально серия реально будет жесткая. Так, давайте сейчас вот так вот накликаем много. Хочу посмотреть, сколько у меня штучек получится вообще сделать. То есть я могу 43 штуки скрафтить, да? И у меня получается... А, и мне еще надо... Очень много, то есть мне еще нужно будет 17 штук, а ладно, потом добудем. Это если что, я сейчас ойл крафчу именно на, получается, кокосовые ботиночки, потому что мне вообще там, ну, достаточно много не хватает. Ну, сейчас много не хватает, сейчас в данный момент мне не хватает, сейчас я вам скажу, 70 ойлов не хватает, что получается у меня... Были кокосовые боты. А в остальном мне еще и клей нужен. Ну, в принципе, это, думаю, будет не такая уж большая проблема. Так что давайте сейчас пробежимся по всем боссикам и будем приходить реально к жестким вещам. Так, давайте поубиваем их. Может, прикинь, сейчас дропнется что-то крутое с боссов. Ну, такое вообще, возможно, произойдет, не знаю точно. Блин, я сегодня так устал, ребят, вы даже не представляете. У меня даже нос просто забит. Не знаю, надо будет просморкаться после ролика или когда будем ролить, потому что это капец, ребят. Я сейчас говорю просто в нос, и мне очень тяжело говорить, но все равно я делаю видос. И так, идемте, убьем медведика.
Так, сюда заходим. Так, зашли мы сюда. Давайте его по бырику убьем. Так, давай, давай, спавни. Оп, все заспавнило. И мы быстренько убиваем еще медведя. Блин, выпадет что-нибудь крутое. Вот бы даймонд яйцо выпало. Если оно, конечно, выпадет, это будет круто. Так, и все, мы его убили. Блин, кстати, могли подобрать Baby Love, потому что в комментариях мне ребята писали то, что почему ты не убиваешь под бэйбиком. Ребят, я просто не хочу ждать очень долго этого Baby Love. Так что, поэтому так и убиваю. Так, давайте еще сходим, убьем, получается, крабика. Или, ну, какой толк его убивать, конечно. Мне крабика особо-то и не нужен, можно сказать. Ну, давайте все равно его убьем. Сейчас, ребят, убью крабика. Как только мы убьем крабика, я возвращаюсь к кролику. Все, полетели. Итак, ребят, возвращаемся к кролику. Сейчас крабика я практически убил. И у меня к вам есть такое предложение. Не знаю, я хочу кое-что сейчас протестить. Думаю, то, что эта возможность как бы у меня сработает. Почему-то я очень сильно в этом уверен. Как вы помните, по прошлому ролику мы смотрели именно саму звезду. И там было, мне нужно просто собрать новых видов, то есть просто собрать видов, 40 видов разных, получается, одаренных, то есть одаренных пчел. И мне показалось это очень крутой способностью, которой мы сейчас можем воспользоваться. То есть это реально какой-то такой шанс сделать улей намного круче. Так, все, давайте подбираю все ресурсики с этого. Да, все с крабика, блин, они падают и падают. Это, конечно, очень хорошо. Хочу, кстати, сейчас посмотреть, за сколько мы там убиваем его уже. Мы убиваем за 2 минуты 51 секунду. Классно. И на ботинке, да, мне не хватает клея и ойла. В принципе, это будет не тяжело мне сделать. Так, постараюсь к следующей серии купить эти ботиночки. И сейчас, ребят, мы попробуем посмотреть, сколько у нас сейчас имеется, получается, одаренных пчел. То есть, смотрите, у нас сейчас их... Сейчас, давайте посмотрим. Так, сюда бежим. То есть, у нас их 36. Давайте я сейчас одну какую-нибудь красную беру. То есть, красных пчел я хочу брать. То есть, там Фарби, пчела, которая нафиг мне не нужна, да. И потом еще какая у меня есть? Лили Би. И пчела тоже говняш, которая, ну, для синего улья вообще не нужна. Так что мы ее сейчас попробуем убрать. Так, где? У меня есть вообще райль-желе? Да, у меня есть 4000 райль-желе. Так, где мой улей? Фух, я перепутал, подумал, это мой улей. Так, давайте сюда на легендарке поставим и уберем, получается, где у нас Fire. Вот он, Fire у нас тут рядом стоит. Убираем, получается, Fire. Просто убираем Fire. Так, пока идем туда, будем вот так вот ролить. Прикиньте, что-нибудь выпадет интересно. Так, короче, пока бежим, просто ролим пчелу. Так, да, просто ролим. Вот реально. Реальная топовая способность, как можно ролить. Так, и тут у меня 36 видов, то есть, да, ребят, мне просто нужно собрать новые виды одаренных пчел, то есть, как бы это офигенная штучка, и что-то мне пока что сейчас ничего не падает, блин, если бы выпало, было бы круто, так, выпадет, нет, давайте до 3к сольем, сейчас, прикиньте, сейчас какой-то мистик выпадет, я очень хочу, ребят, тапочек, очень хочу, чтобы мне тапочки падали, если, конечно, сегодня не выпадет ни один тапочек, будет очень сильно плохо, ну, хотя бы пчелы-клоуны, это будет тоже круто, если не буду выпадать так. Не повезло пока что. Давайте я сейчас предлагаю вам кое-что сделать реально жесткое. Не знаю, может это будет ошибкой, может это не будет ошибкой. И, кстати, стоп. Пока я еще не начал ничего делать, давайте посмотрим, сколько там слотик новый стоит. Может есть кое-что покруче, что мы можем сделать. Так, сюда давайте приходим. 46 миллиардов, нет, точно, я вот в данный момент я это приобретать точно не буду, потому что это максимально невыгодно и вообще лучше такого пока что не делать, так что я воздержусь от такой траты. Так что идем сюда, так, все, прилетели мы сюда, давайте покупаем, получается, на 10 миллиардов, еще покупаем на 3 миллиарда, так, на 3 миллиарда и еще 600 штучек купим, давайте вот просто вот так вот потратим. Так, потом по 10 давайте еще купим, чтобы у нас красивое число было, так, и еще по одному лямчику купим, и у нас теперь ровно 40 миллиардов. Так, а тут у меня, блин, посмотрите, чтоб 666 было, блин, надо срочно делать 666, потому что некрасивое число, не знаю, что я верю, то что вот прям с красивым числом мне, возможно, что-нибудь-то выпадет. Так, это сколько? 100 рель-желе? Нет, мне нужно 10, еще 10, и... Давайте, короче, и еще 10, да? Если... Не-не-не, давайте по одной купим. Так, да, мне одна нужна.
Нет, давайте. Вроде бы 10 надо, ребята, капец. Очень сильно сейчас волнуюсь, чтобы у меня все в ноль не улетело. Смотрите, сколько у нас шестерок тут реально жили. В общем, купили так. И давайте поставим сейчас чисто мифик. Чисто мифик, ребят. Надеюсь, сейчас выпадет, ребят. Реально стрёмно, очень стрёмно. И мы, короче, ребят, ставим. Надеюсь, что выпадет нужный мифик. Хотя бы просто мифик выпадет. И нет. Надеюсь, ребят, за эту серию мы поставим 190 лайков. Очень сильно надеюсь, потому что, опять же, выкинул просто так мед. Давайте еще купим 10 еще миллиардов. И попробуем сейчас опять выкинуть. Просто выкинуть попробуем. Ну, не прикиньте, выпадет. Ну, блин, почему оно так редко мне падает? Обидно даже как-то. Так, давайте просто в ноль. Ясно. Больше я так ролить не буду. Больше я так не хочу ролить. В общем, берем вот так вот и делаем. И скупаемся на оставшийся мед. Просто, ну, реально, все. Я хочу просто все слить. Прям в нолик. Просто берем и сливаем в ноль. Просто в ноль все так. Покупаем, сколько у нас уже там рель-желе. И у нас, ребят, рель-желе 30 тысяч будет. Практически ровно 30 тысяч будет рель-желе. И это, кстати, классно, да. Все, мы купили. 29 900. Короче, 30 тысяч рель-желе, потому что... В принципе, 30 штучек, блин, не досчитать, какая разница. В общем, все, ребят, я поехал ролить. Так, я поставил все четко, я поставил легендарки и погнал ролить. Как только мне выпадет какой-нибудь мифик, ребят, возвращаемся к ролику. Так, ребят, возвращаемся. Выпал мне вектор. Потратил я больше... Я потратил больше 11 тысяч рель-желе. И мне только выпал первый мифик. Классно, круто. Да. Ну ладно, вектора я оставлю пока что. Пускай будет, потому что фармиться он мне все равно будет помогать. И давайте уберем, что там, релиби еще. Блин, обидно так, ребят, вы даже не представляете. Ну, повторюсь еще раз, если за этот ролик получу... Если за этот ролик я получу 190 лайков, мои обиды будут... Ну, они уйдут, так сказать. Так что, ребята, очень надеюсь на вашу поддержку. В общем, я начинаю продолжать. Надеюсь, выпадет хоть один какой-нибудь синий мифик. В общем, поехали. Итак, ребят, не пришлось много ждать. Выпал еще один мифик. Правда, он выпал красный. Красный мифик мне не нужен, поэтому мы его убираем. В общем, опять начинаем ролить. И надеюсь, то, что опять же выпадет синий мифик. Ребята, ну вы, в принципе, слышите по моему голосу, что я немного расстроен, да? Ну, реально, просто ни одного синего мифика. Я просто, можно сказать, сегодня... Да не можно сказать, а так и есть. Я потратил 53 миллиарда на рель-желе. То есть я сегодня потрачу 53 миллиарда... Ой, 53 тысячи желе. Ну, это очень много, ребят. На таком уровне, на котором сейчас я, это, ну, это вы даже не представляете, насколько это много. Так что, в общем, я продолжаю, как только выпадет... Мифик, вернемся к ролику, либо ничего не выпадет. Ребят, пожалуйста, сейчас ставим ролик на паузу и пишем в комментариях: симулятор пчеловода, выдавай Кости мифик. Кто написал, ребят, красавчик. Реально, руку тебе жмут за такой поступок. В общем, я поехал. Вернемся, как только что-нибудь выпадет. Не пришлось долго ждать. Наконец-то, хорошо. Выпал синий мифик. Фух, я уже начинаю немного радоваться на самом-то деле. Потому что, ну, хотя бы он выпал. Хотя бы он реально выпал. Так, давайте потратим 735. Так, не выпал одаренный. И давайте сейчас по косарю в него будем вливать. Хочу его сделать одаренным, потому что, ну, все хочу пчел одаренных. Как вы знаете, обожаю делать одаренных пчел. Давайте по косарю, блин, я подумал то, что я прям все слил. И давайте сейчас по косарю вкидываем, надеюсь, что он мне выпадет, ребят. Надеюсь, вы там лайк уже прожали, тогда 100% мне, точнее, ну, выпадет одаренным, то есть он одарится, покормится. Ребята, все понял вас, значит, лайки-то прожали, молодцы мои подписчики, красавчики, прожали. Выпало, это хорошо. Я не знаю, какую пчелу можно еще убрать. На самом-то деле, три вектора, это, конечно, я бы сказал, перебор, но может мне можно убрать шайби. Так, с Ability Pollen, блин, Ability Pollen, это офигенная штука.
Я так скажу, это реально офигенная штука. Есть какая-то пчела, которую, ну, реально бессмыслишь. Какую-то реально бессмыслишь. Ну, вот есть Colores B. А так, Катаки Леон. Леон Би мне, грубо говоря, ну, реально не нужен. Он на белую пыльцу. Так, сейчас Леон Би убираем, потому что она, эта пчела, мне уже не понадобится. Только какого-то нового типа мне понравится. Ну, типа, понадобится пчела. Так что Леончика мы убираем. Ну и погнали, короче, опять же ролить. Вернемся, как только выпадет какой-нибудь мифик. А ну-ка, сразу выпадет, нет? Нет, не выпал. В общем, я поехал ролить. Так, ребят, опять же мы возвращаемся. Выпала еще одна синяя пчела Буянси. В принципе-то она мне-то нужна, да? Потому что сколько у меня их? 5 штук. Ладно, пусть будет, пусть будет. Конечно, одарять или не одарять, я не знаю. Блин. Не особо хочу ее одарять. Ну, пока что, ребят, не будем одарять. Давайте сейчас посмотрим, какую пчелу можно еще убрать. Ну, это капец. Это капец. Это хорошо. Это отлично, я бы сказал. То, что она нам выпала так в хайт. То есть на белых полях. Понятно. Бус. Бомполин. Это прикольная тема. Давайте найдем, какую пчелу можно как бы убрать. Потому что я пока что не шарю, что можно убрать. То есть какую пчелу. Какую пчелу, ребят, можно убрать? Так, Демон Би. Install Bomb Conversion. Это ко всем бомбам, да? Это ко всем. То есть это топовая пчела, это хороший. Shocked Bee просто к белым полям дает буст. Это нафиг нам не нужно. Так, где у нас вот эта пчела Shocked? Вот она стоит внизу. В общем, ее убираем и ролим опять оставшиеся, получается, рель-желе. Надеюсь, что что-то выпадет. В общем, опять же, я погнал ролить. Итак, ребят, под конец мне ничего не выпало. Осталось 150 рель-желе. В общем, я ставлю обычные пчелы, чтобы выбивались обычные пчелы, да. И давайте выбьем пчелу. Вот, Frosty Bee, пусть она будет. Она как раз-таки мне достаточно понадобится. И как вы знаете, вот у нас вот этот пчелу я только что не одарил. Давайте ее сделаем одаренной. Не знаю, получится у меня или нет, но, ребят, если вы уже поставили лайкос, 100% думаю, получится. Так, ну, конечно, я уже одарил одну. Так, ну, давайте попробуем, конечно. Но мне кажется, что-то, знаете, чуечка то, что я сейчас просто выкину все блубери, и нифига она мне не выпадет. Так, ну, давай, солим. А, нет, выпало, ребят, лайк прожали, умнички, умнички, ребятки. Отлично. Все у нас просто Буянси, то есть все вот такие синие пчелы. У меня абсолютно все синие пчелы одаренные. Кстати, не, у меня красных пчел нету, потому что, ну, жалко. Ладно, давайте сейчас еще попробуем вот так Until, получается, Gifted, и нифига. А давайте еще попробуем красную пчелу Until Gifted, и нифига. Жалко, жалко, печально то, что не выпали. Так, и давайте на Буянси накинем какие-нибудь эти мутации, потому что у меня есть мутация. Так, давайте сейчас вкинем. Так, давайте 50 штучек вкидываем. Нифига, в ноль улетело. Давайте 34 штучки. Нифига, в ноль улетело. Давайте еще 50 штучек. Нифига, а нет, плюс один с атаки, пусть будет. Так, у нас еще вот эта Буянси есть, которая у нас не мутационная. Давайте ее тоже попробуем, не знаю, получится или нет. Давайте Al-50, и нифига не получилось. Ладно, бывает же такое, то, что не получается. Ну, классно, выбили векторы сегодня, выбили 2 Буянси. Ну, как бы потратил 53 тысячи рель-желе. Это, конечно... Жестко, кстати, чувак в синей пыльце, как видите. 20-й левел пчел, он сегодня вообще в топе есть, этот Арсик. Мистер Арсик. Ну и, конечно, жесткий типок зашел. Видимо, мой подписчик, потому что все мои подписчики такие же жесткие. Так, давайте еще сюда полетим и проверим, сколько там я... А, мунчарм могу сделать новый. А сейчас у меня какой мунчарм стоит? Блин, достаточно хороший у меня мунчарм стоит. Пока его убирать не буду, пусть и остается. В принципе, ребят, получился сегодня вот такой вот ролик. Если тебе он понравился, то ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком. Также пиши интересный комментарий, не забывай об этом. На связи был Костик Пау-Пау, всем пока-пока, оставайся добрым, будь мудрым.